Спасибо, но оставьте себе. Почему? Почему оставить себе? Я тут сам лев. Ну, красавчик. Молодец. Тигр. Тебе же все вернется. Лев. Короче, никто льва не хочет. Подарю сама себе. Стоп. Привет, Валентин, как делишки? Спасибо. Спасибо. Что за лев этот тигр? Привет. Завтра мы давать будем, ладно? Сегодня надо, срочно. Сегодня мне лень. А завтра мне будет лень. Тигрица и что? Тигриный лев? А если любимый тигр? Норм, да, все уже лежат с расческой рядом. У всех рядом с кроватью лежит расческа? У меня, да. Сейчас или никогда? Все верно, Рома. Прям в точку. Не звучит львиный тигр. Альбина, спасибо за лайк. Что за сережки? Серебряные гвоздики. Обычные сережки, серебряные гвоздики. Все, ничего такого. Отлично. Самые обычные повседневные мои. Одни из любимейших. Я их обожаю. Не набивай тогда, за 5 минут справишься. Я должна набить тебе, косарь. Диван. А, это да, это под диван. У меня не лежит никогда. Зачем я тебе, если ты меня больше не любишь? Она меня не любит. Кто тебя не любит? Расческа. Расческа у тебя не лежит никогда. Понятно. Хорошо, ну зачем расческа? Ты любовь веришь? Да, Артак, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Очень серьезно. Мне нужно тебе признаться. Я люблю тебя в чем признаться. Не надо? Привет. Ты хрупкий? Эй, не зевай, я тоже начинаю. Заразно, да? Спасибо, заразно. 15 минут. А, дали 15 минут, что ли? Окей. Да ты не бойся, не переживай. Привет, как делишь? Короче, Артак, я не могу больше молчать. Мне совесть грызет. Мне очень надо. Нормально, как сама, хорошо. Говорит, спать и забудь. Он не хочет слышать правду. Салам, Сергей. Сергей, мне кажется, у вас ошибка в нике. Давай эту песню. Какую? Какую? Артак, давай поговорим. Пожалуйста, мне плохо на душе. Какую ту песню? Ну-ка, напиши мне. Рома, спасибо большое. Артак, пожалуйста.
Я люблю вообще слушать. Так ты слушай, я тебе ж не зову поговорить. Где пизделей дали? Я не знаю, что это за песня. Сергей, я не принимаю гостевых. Какую? Кому пиздюлей дали? Тебя душа... У меня душа ангела, а не Люцифера. Ты что, ты знаешь, кто такой Люцифер? Не, ну как бы ангел, но он такой падший ангел. Хотя, может быть, я тоже. Ладно. Так что за песня? Я не могу понять, Йо, что за кому-то песня пиздюлей дали. Тоже. Я тоже подшанга. Это у всех рыбок. Тоже поговорить один раз и выяснить все. Точки, все точки на две. Артак. Что такое рыба? Знак зодиака рыба. Хочется встреча на солнце еще. Скажи, успокойся. Артак, я тебя изменяю. Сейчас коту открою, а ты пока подумай. Так, заглох ваш разговор, интересно же. Риба ето хора... ничего не понятно, еще раз. Риба ето хорошо каждый день ем. Мне кажется, ты неправильно нас понял. Правильно и делаешь. О, шик, блеск. Вы слышали когда-то такой ответ? Когда говоришь человеку, что ты ему изменяешь, а он такой, это хорошо, так и надо. Блин, креветки такие вкусные. Коля, ты что, в драйв-пабе снова? Коля, нет. Опять ванная на потолке. How are you? I'm fine, thank you. Ты в зодиаке вроде шаришь, что лучше подходит раку, знаешь? Нет, вы, ребятушки, я не астролог, и я не занимаюсь вопросами астрологии и подбором... ну, короче, пар и все такое. Хотя, мне кажется, уже... Зайцов там подготовить, про львов подготовить, про козерогов, короче. Я такая, что? Ну, я точно знаю, сейчас скажу. Раку подходит рыбы. Это точно. Они находят общий язык прям вообще. Ну, типа в отношениях. Вот это я знаю точно. Кто-то еще может быть подходит. Да, ну пипец. I'm from Indonesia. I'm from Moldova. И пиво тоже вкусное. Я пиво не люблю. Просто креветки тебе очень вкусные. Но тебе виднее изменять мне или нет? Виднее? Ну ладно. Пиво раку подходит. Точно. Знаю пиво. Плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Плюс-плюс-плюс. Ой, сейчас читаю. Так. А Овина, не знаю. Нет, не подходит. Подходит. А рыба рыбе? Ну, я не знаю, насколько... Рыбам вообще рыбы хорошо... Вот про рыб я читала очень много. Про рыб... Типа, как пишут, что больше всего подходят скорпионы и козероги. Паша, привет! Я пиво уже не... И сиги тоже. И сиги тоже нельзя?
не знакомился с девушками, руки вообще общий язык не нашли. Блин, может там девушки такие, типа, чуть-чуть непростые. Юра, красава.